приказы какие-то здесь, вот у меня всегда все какие-то приказы, да. Нет, это бухгалтерские документы, которые я никак не могу сдать из-за того, что наш бухгалтер увольняется. Да, все. Да. Нет, я просто представляю себе вот так вот. Мало того, что там человек, наверное, 200 сидит народу в этом самом, в самом зале, и все аплодируют по этим самым, по знаку того, кто стоит около камеры. Рядом с камерой, рядом с режиссером. С оператором стоит человек, который ими руководит. И плюс еще камера, которая. Вот сейчас на ваш цветник этот. Да. Все разводят цветники. Понимаете, я вас хотел просто снять, а вы там не совсем удачно получились. Я думаю, ну что, включу, а потом вы бы меня ругали, понимаете? Нет, я Сашенька, поэтому не стал этого делать. Беда в том, что ну если бы ты лет 20 назад снимал нас с Надюшей. Ну что сделаешь, ну жизнь не жизнь, боже мой. Жизнь идет, ну что, какие мы есть, такие мы есть. Ну что же делаешь? Да, лет 20 назад, конечно, в любом виде. И то, знаешь, меня как-то там на пленку сняли, и видимо... Наталья Васильевна, да. Готовится Лавягин. А, это комплексная вещь. Олегович, отлично. Бабина Ольга Борисовна, отлично. Иськова Наталья Васильевна, отлично. Лавягина Светлана Валерьевна, отлично. Бирюлева Тамара Александровна, хорошо. Белозеров Роман Олегович, отлично. ГЭК отмечает очень хорошую защиту Бабины Ольги Борисовны, которая четко отвечала на вопросы. И даже по ходу дела, так сказать, пыталась и думать, и маневрировать тех процессов своих. Ну и кроме того, значит, ГЭК отмечает защиту и дипломную работу Ичковой Натальи Васильевны, которая будет вручен диплом с отличием. Значит, от имени от ректората, деканата, кафедры поздравляю вас с успешной защитой, с присвоением вам квалификация инженера. Желаю, чтобы вы применили на практике свои знания, ну и, конечно, здоровья и всяческого благополучия. Значит, чтобы вы не забывали институт. Всегда рады вас видеть, если потребуется консультация. Может быть, если кто-то надумает через 2 года, через год поступать в аспирантуру. Ну и, в общем-то, как говорится, в добрый путь. Все, значит, закончено. Значит, да. А, Надя, секундочку. Да, это я подъехал сейчас просто. Теперь отъезжаю, все. Все. Сейчас, ребят. Как называется? Исторический фильм. Да. Марина, я тоже больная. У меня 90 на 60. 10 дней давления. Ага. Давай поменяемся. Я вообще... А у тебя высокое? Давай. Ну, она соответственно, тяжело. Ну, давай, давай. Давай, давай. Значит, должна сопротивляться воздействию ударной волны и так далее, да? И другие. Это индикатор типа. Понимаю, что вы настраиваете.
Станок. Вернее, не настраиваем станок, а проверяем. Что, станок? Нет, не внутрь. Точно. Это как-то так. Прибор для настройки на глубину фрезерования. Для проверки. Для проверки. Вот именно что-то вот это. Редакторские. Так, редакторские. И потом, вот вы взяли износ диска в настоящий пресс. Он у вас стоит R18. Сейчас вы ее найдете. Надо было вот так, то, что у вас стоит, это 18.75. Соответствует, надо здесь поставить. Ну, они соответствуют, а что такое ротовоз? Это сплав. Ну да. Сплав. Это компас-то ты знаешь, да. А из Москвы там ребята докладывали спрут. А у меня она есть. Или скат. Спрут или скат? У меня это есть тоже. Скат. У меня все это есть. Да. Они, это не московские. Нет, это Губкина. Институт Губкина разработчик. Ага. И демонстрационную версию они сказали, что, пожалуйста, могут дать. Мне очень понравилось это, что для технологического процесса. Только у меня. Не только квадратная, квадратная кубическая аппроксимация в полиновом, да, линейная, да, параболическая и кубическая аппроксимация. Прямо в площадке. Кубическая аппроксимация в полинове интересует. И цикленная. Ну, теперь что, мне решение не дальше проехать, и вопросы, очень интересные вопросы, но там показала защита, ставят и другие вопросы. И я бы хотел, чтобы вот те вопросы, которые сегодня рассматривались, и еще, конечно, масса вопросов должна появиться. Ребята решили уже не будущее вот на студенческом уровне, а выступить с осенью уже в аспирантуру к нам, и на более высоком уровне решали вот эти задачи. Потому что процесс этот очень красноречивый, очень интересен. А нет, многие вопросы довели до логического конца, поскольку даже есть программа, которая дает возможность оптимизировать режим нарезания. Но это уже возникает. Сегодня просто как урожай, наверное, после 16-го все так воспряли дух. Ну и я не буду подробно останавливаться, то есть Печенюк, Печенюк, Пирозерская, Черепнин, Черняев, Бабушкин. Пятерка как? Не на всех. Не одна стоит. Вот это скажем. Значит, Мартыновская, Максимова тоже отлично. Черкавин хорошо. Лариков и Николаев отлично. Ну, особо хотелось бы отметить то, что Печенюк Андрей Петрович, Белозерская, Ольга Леонидовна, Черепнин, Роман Валерьевич, Мартыновская, Елена Константиновна и Максимова Антонина Николаевна получают дипломы с отличием. И кроме того, что еще Белозерская, Мартыновская и Максимова имеют диплом 5-0, что очень это редкость вообще по окончании института. Ну и кроме того, если они поделятся с первого курса, как это они получат. Рекомендую Печенюка Андрея Петровича, Пирозерскую Ольгу Леонидовну, Черепнина Романа Валерьевича, Черняева Алексея Михайловича, Бабушкина Андрея Александровича, Мартыновскую Елену Константиновну и Максимову Антонину Николаевну для дальнейшего обучения в аспирантуре. Ну, поэтому разрешите вас
всех вместе и каждого в отдельности поздравить с успешным окончанием нашего института. Пожелать вам, ну, прежде всего, конечно, здоровья, чтобы у вас всегда было бы такое хорошее настроение, как сегодня, дальнейших творческих успехов в аспирантуре, чтобы так же, как вы вот проучились 6 лет и прекрасно защитили дипломные работы, чтобы через 3 года вы также успешно защитили кандидатские диссертации, и мы смогли бы уже от кафедры поздравлять вас со следующей ступенью. Ну, пожелать того, чтобы вы не забывали кафедру, ну, я думаю, что не забудьте, так как тут большинство в аспирантуре остается. Ну и, кроме того, ну, персонально уже я позволю себе пожелать Максимовой, чтобы все было хорошо. Это, у нас в этом году тоже урожай, 5 человек или 6 человек выходят на диплом уже со следующим поколением, чтобы все было хорошо, и значит, через 16-17 лет это мы представляем, что это следующий абитуриент нашего института. Или абитуриент. Значит, еще раз поздравляю вас с успешной защитой и всего вам доброго. Спасибо. Ну, насчет значков вы знаете, что если кто хочет значки, надо подойти к Синюгиной, записаться и там решить вопрос. Там три ящика и... Нет, я сказал, что ты его возьмешь. Он говорит, ну вот этот, берите, он нам это. Там все равно не надо столько много. У него там два такса, это один поперек, торцем, как ну. А тут кульма. И ну, расстояние очень тесно. Что, только на столике сидеть, если когда на кульму тебе. Откуда у нас такое зеркало? Принесли, нам много чего принесли. Вот такое вот, скажите. А зайдите вниз в скутах. Неорганизованный. Шкаф стоит и безответственный. Большой дверь. Его здесь нет, потому что вот в этих листах уже есть справа. Там напротив моей дипломки они еще здесь стоят. Качественно. А в черновиках у него... Все, Марина Григорьевна, готова, снял тебя. Меня? Да. Здравствуйте. Да, все, нормально. Да. Я же просила тебя. Да, это просто. Да. А вы кого переписываете? Не, прямо так можно смотреть. А, ну понятно. Сейчас я подальше отойду. А. Слава великому Сталину. Ну, еще, ну, Дима, ну что это, разве можно так? Говорили, понимаешь, только, и ты это... Сейчас, обожди, я самый главный объект наш сниму. Вот, он сейчас вход там, сейчас я вход. Там увеличение 24 раза еще, помимо всего прочего. Вот я сейчас увеличиваю практически всех ребят видно, даже лица можно видеть, которые стоят у входа. Слава. Ну. Да. Пробу снимаю. Да. У меня крупным планом снимать. Ты еще крупнее хочешь? Я одни усы я уже не снимаю. Огонек будет видеть? А? Огонек будет у него видеть? Поверхность теплошная, и нет, в продольном сечении конус 3-5 сантиметров, а в поперечном сечении овальность, думаю, 400 миллиметров. Обработка производится шлюзом, шлифовальным кругом, оснащенным электрическим трубопроводом, композитом 1. ЛО 96-8, 100% концентрация в экономической связке. Круг имеет коническую поверхность, что обеспечивает получение полностью. Шлифование осуществляется на шлифовальном столбе, что обеспечивает овальность юбки. Следующая трудоемкая операция – это
это обработка отверстия под поршневой палец. Отверстие выполняется по седьмому квалитету и шероховатость 0,8 микрометров параметр АА. Последовательность обработки следующая. Замкирование, развертывание и растачивание каналов под ступорное кольцо. Для растачивания каналов предлагается приспособление. Вот так. И начать чистовое растачивание крестом, оснащенным кубическим внутридумбором. На алмазно-расточном станке. Для извлечения масок из маслосъемных колец в каналах используются специальные пазы и отверстия. Для обработки таких отверстий предложено специальное приспособление поворотно-свернения. Поршни базируются по наружной поверхности, торцу и отверстию под поршневой палец. Фиксированные повороты существуют. Ваш технологический процесс распространить на изготовление ремонтных поршней. Они там по диаметру миллиметр два больше, вот несколько видов ремонта. Позволяет вот ваша оснастка, контрольный измеритель, вот, изготовлять ремонтные поршни. Еще увеличить их диаметр. Это что, одно и то же, или это ошибка? Рекордный круг. Разве по базе 0,1 это есть рекорд? По базе 0,1 это резец. Да. Ну, а в докладе будут сказано, что переборовый круг, перебор, композит 0,1, а дальше пошло ЛО. А что такое ЛО? Да. Перебор. А какой перебор? Несколько. ЛО, ЛП, ЛКВ. ЛО это что? Обычной прочности. ЛП, повышенной прочности, ЛКВ, высокой прочности. Так, а вот композит 0,1, вы вот точите углы и геометрию. Что позволяет вам достичь шероховатости 0,16? Геометрия. Электроконтактные датчики и индикаторы часового типа.
Длинное шлифование. Длинное плоское шлифование. Глубинное шлифование выполняется при малой скорости касательного движения подачи. Ориентировочно равный вот 0,01. Ну вот, где-то близко. Главного нету. И значительной глубины резания. Которая часто достигает. Чаще всего ограничивается, мощностью оборудования, используемого для... Ну, мы повернемся или так? Повернемся. Технологии механической обработки рабочей части лопаток руки и ее усовершенствование применительно к условиям АОМУЗ. Какой проект идет? Рабочие лопатки являются одним из ответственнейших элементов руки. Установленные на диске и непосредственно на руке. Работают рабочие каналы, которые существуют для образования кинетической энергии круговых парах и механической энергии вращения рук. Основными элементами лопатки являются рабочая или трубная часть вертикального плава и хвостовая часть, с помощью которой лопатка переходит на диск. Лопатка работает в сложных условиях, обусловленных высокой температурой нагрева, более 400 градусов, и большим насосом, что предъявляет повышенные требования технологии его изготовления. Наибольшую трудоемкость представляет обработка трубной лопатки, имеющей сложный профиль при малой толщине, особенно в круговой форме. Возможен вариант формы, но функциональный профиль в результате следующих операций. Зерование потока пара входа и пара выхода на горизонтальном резьбовом станке с электрическим призом. Снимаем крепость 4 мм. Зерование внутреннего профиля на проводном резьбовом станке по сонной призой. Снимаем крепость 2,5 мм. Зерование наружного профиля на таким образом, по этому методу совершается 5 переустановок стартовой лопатки различных приспособлений на различные станки. Такое большое количество переустановок совместно с инициативным влиянием остаточных напряжений обуславливает поверхность этого метода величиной 1,1 мм. Это заставляет технологу значительно увеличивать крепости под последующую обработку. Чтобы уменьшить погрешность, надо уменьшить число переустановок и свести минимум отрицательного влияния остаточных напряжений. Эти условия выполняются для второго метода, метода кругового напряжения. Мы работаем от 70 тысяч, а хорошо у нас будет обсуждение с вами инженеров по специальности для нас. Рецензент за начальник. Что касается широковатости, широковатости раздельно на лицо получается хуже. 6,3 и круговом 3,2 градуса. Подробно я не останавливаюсь на этом вопросе, поскольку у меня так большой объем работы, я не могу. Движущий инструмент L18, по тем же
А? Да нет, я открою же, я должен же это сделать же это. Ну как тебе еще фотографии будут? Хотел бы сообщить. Запись видео. Ну как без свадьбы, меня видео все равно нет. Надо еще как вас поздравляют, надо еще будет. Я на зарплате аспирант, это тоже его видео. Обеспечивается ваше приспособление, мощность которой вы предусмотрели. Все, наверное, а кто могут быть критерии, а при критерии общие компетентные критерии? У вас имеется определенная программа, определенная технологический процесс на базе оборудования, установленного в лопаточном производстве АО ЛМЗ. С этой задачей Бабина справилась успешно. Ей удалось в разработанном новом технологическом процессе за счет применения одношпиндельных обрабатывающих центров ЧПУ повысить производительность труда, уменьшить объем применяемого оснащения, значительно упростить его. Хорошо проработана конструкция приспособления для обработки профилей цилиндрических корпусов парового канала. Расчетно-пояснительная записка содержит необходимый расчет, хорошо рассмотрены особенности существующего и предлагаемого технологического процесса. Экономическая часть проекта подтверждает преимущества выполненной разработки. Дипломная работа заслуживает оценки отлично, а Бабина звание инженера по специальности 12.01. Руководитель проекта инженер Кирилл. Так, все ваши защиты закончили. А вот это вообще, как будто вот работает в приемной комиссии прям. Сейчас нырнет и все. А ты, наверное, плохо спал, Карл, да? Да нет, ничего. Это ваш весь коллектив, да? Да. Основной, понятно, да. Ясно. Я сейчас просто на бэке поснимал там немножечко. Чуть-чуть. Слушайте, давайте летом с тобой печатаем, а? Может быть, дадим все деньги поболтим? Пока все приемная комиссия. А как срочно там сказала? Вот 7 июня 96 года. Вот печатай пока. Сейчас надо печатать, да? Ну я говорю, дай мне деньги. Сам попал. Нет, есть что печатать? Ну вот, хотелось бы только, чтобы на одном месте. Я себя снимаю. Я себя в зеркало себя увидел. Я думаю, нет, никто не снимает, сам-то должен себя снять хотя бы, правильно? Конечно. Ну вот, и хватит, наверное. Сочек маленький. Николаевне. Ваня Валерьевич.
Валентиновне.